Всем привет, с вами Boeing Bike. Сегодня я буду снимать видео с Япрохом. Всем привет. Мистер Изумруд со мной. Всем привет. Я Димон. Всем привет. И Тимоха. Всем привет. Короче, мы сегодня будем открывать вот этот чуть-чуть накопленный Brawl Pass. 112 маленьких боксов и большой и 17 больших ящиков. И чуть-чуть накопленный... Путь славы. Чуть-чуть. Да. Это вторая часть. Ну что, погнали? Стой, и вот. И подписывайтесь на все каналы. То есть Boeing Bike, Япроха, я Димона и мистер Изумруда. И да. Все. И Boeing Bike, самое главное. Поставьте лайк, чтобы нам сегодня выпала Нани. Она сегодня появилась в игре. Это девочка. Так я сказал. Она сегодня появилась. Давайте начинать открывать с Бравл Пасса до мегаящика. А потом мегаящик в конце давайте. Угу. Давайте, погнали. Давайте. Прикинь, с первого ящика. Давайте. Ага, конечно. Я не читаю. Бокс. Так, кстати, предметы изменились, кажется. Я кстати, читаю, чуваки, нет. Мне один раз, кто смотрел мой видос, мне со 120 монет в большом ящике ПМ выпало. А. Так что нифига... Это в конце надо было сделать, в конце. Федя. Почему? Бунбайк, Федя. Да, хочешь? Надо, чтоб нам... Хочешь, скажу, кто ты такой? Ты не человек. Ладно. Не у нас мегаящик, пожалуйста, пусть 6 предметов и Нани. И... Блин, 5. Блин, не везет. Только это да. Потянул. Ладно, начинаем открывать эти боксы. Погнали. Погнали. Давай. О, уже прокачался Бул. Удвоитель еще. Положи, положи. Чтоб все, если что, потом. Давайте до сотни, я ну, до 90. Потом каждый по 10, короче, открывает. Блин, вот бы нам реально выпало на Ани. Я не человек. И не горящий. Я горюсный ёжик. Давай я. Все, у нас 100 боксов. Дальше открывать я буду. Я поприветствую по счету будем. Надеюсь, нам реально что-то дропнется этот агрессор. Мне кажется, я самый невезучий из вас. 94. Я в своих видео выбивал Леона. Это Эрлика надо звать. Чтоб он в ордена выйдет. Давай. Ну, угу. Дима везучий пальчик на фринка, только... Как вы думаете, кто из нас... О! Гаджет! Круто! Спиннер! Он еще на ходу бьет! Молодец, ты уже выбил гаджет. Ну. А мы пока ничего. Ну, я удвоителя выбил. Будем открывать по 3 бигбокса потом. По 3 бигбокса. До смерти мы сможем это делать. Это выйдет, кстати, на всех 4 каналах. Мы попробуем так сделать. Ну, да. Так, все, отдавай Димону. Да. Димон открывается. Так непривычно, раньше ты в углу нижнем открывал, а сейчас в левом, давай, правом. Давай, Дима, 10 сундуков. Дима, ну, ой, в правом, человек. Верхнем давай, углу. Дима, несчастливый человек. Выбивает только фрики, а я выбил Джеки Диме. Кстати, здесь только не хватает... Стоп, я знаю, как выбить Нани. Как? Я сказал, сейчас зайду на свой ак. Выбью Джеки, и меня она выпали. Давай, Тимоха. Значит, скажу, сейчас зайду на Бонбайк, выбью Нани, и все. Не, ну хотя бы... Ну, Сэнди выпала там еще Тара, поэтому... Ну да, хотя бы Тара мне. Спайк. Ну хотя бы Тара мне выпала, и то хорошо. Только она сволочь особая, только из ДИК. У нас 5 сегодня. Сколько там сундуков? 62. И последний? И... Эх, под конец старый, как теперь как я всегда. О, ладно, хватит. Маленьких. Маленьких нет. Бонбайк на... А потом по 2 откроем в конце, когда будет оставаться. Если здесь выпадет фура, это просто невезение на Нани. О, 200 удвоителей. Опять. Если ты выйдешь... А какие шансы, покажи? Стоп. Шанс на Лего? Давай. Сейчас вам покажу. 858 шанс на Легу! На два Лего раза будет. Повысился. А Лего будет? Не факт. Давай, можно выходить. Орел-орешка.
что выпадет нам. А, подожди. И орешек. Я уже открыл. Да, я теперь прох. Я прох открываю. Смотрите, вытаскиваю сразу. Я ничего. Наня, да, конечно. И не горящий. Я ежик. Стоп! Выпадет нам не Наня. Если выпадет нам ворон, все, Нани сегодня не выпадет. Я не везучий на другие объекты. Подожди, какая там цифра? 43, 42. 41. Блин, что ничего не дропается? Я хотя бы что-нибудь выиграю. Ладно, все, всем пока. Ну ладно, пофиг. Да какая разница? Блин, я на один меньше откажусь. Ничего страшного. Нет, когда будет 28, то есть 29. Так. Ты 30-ю открываешь. Да не надо. Не надо. Нормально будет. Зато и ну ты что там, грустный ежик? Да хоть что-то, давай. Грустный ежик. Да один гаджет. Где бравлеры? Пацаны. Я Димон открываю. Закон. Пожалуйста, Лего. Закон Brawl Stars, если выпадет ворон, отходишь Нани. Все, Нани сегодня не выпадет. Да не надо. Мистер Изумруд уходит, он обиделся на Инку. Ура, гаджи! Реактивные кроссовки! Это кто? Мяна есть. Вроде. Да, который ты хотел, гаджет. О, я купила, кстати. Молодец, уже Тихон и я, Димон, выпили. Ой, точнее, мистер Изумруд. Ну, мы просто лохи все остальные. Ну, давай, Тимоха, открывай. Смотрите, Тимоха тащит бравлер. Вот просто по щелчку. Давай. Я не челяга. Помнишь, как ты предсказал, на то, что из последнего нам дропнется да, Макс? Да, из последнего вот маленького. Опа! О, шаромет. Офигеть. Готовый. Смотри, Димон, рассказать тебе? До 10 и по 2. Мы с Бонбайком открывали на его подписчика сундуки. Угу. Я сказала, с последнего что? Выпадает мифик. И? Давай и по два, по два, по два. И там Тара. По два. Раз, Макс два. Там были. А, да, Макс. Все, я прох открывать. Ну, блин. Только давай, гаджеты эти. Если у тебя не было бы... Если у тебя не было бы Джеки, я и бы их у тебя выбил. Потому что у меня пальцы счастливые на Джеки. Ну, Джеки, это сюрприз. Потом по три бигбокса откроем. Мистер... Все. Мистер Тимох. Если Нани сегодня выпадет... Давай сейчас. Последний ящик! Из последнего гаджет фитолампа! У меня уже сегодня... Ладно. Я по сколько? Я по три! По три! Я два дня назад выбил этот гаджет на розу. Так что мне нормально. По три. Ну окей. 52. Нет, не светится. И последний твой? И 85. Нет, ничего. Смотрите, я прох просто своим лучшим пальцем вытаскиваю... Ничего. Два предмета. Еще бы фигу показал. Грустный ёж. Круто. Очень круто. Ты третий открываешь. Да, так мы по три. Два предмета, 49. Давай, мистер Изумруд. Мистер Изумрудик. И Куйнудик. После открытия больших боксов посмотрим. Ты сейчас Нани сегодня нам выпадет? Я Димон открывает. Давай, Димон. Нет, ничего. Раз, два. И давай. Последний. Ну, пожалуйста, почему ничего не дропает? Я сегодня кое-что понял. Я не... Ортис! Красава, Тимоха! Мапа вот предсказал ты, молодец! Мапа Попкис! Красава, выпад. Ты помнишь, ты предсказал же, что Тимоха выбьет! Красава! Yes. Мапа Попкис выпад! Еще последний ящик! Кто? Блин! Еще один, да, там два даже кто остался. Хочет, чтобы пришла Ванга? Мортис! И я, хорошо? Ладно. Давай. Давай. Кто пошли. Хочет, чтобы я предсказал, когда вам выпадет бравлер, просто зовите меня. Я просто вам скажу. Вот я сказал Тимохе, что-то выпадет. Все, выпадет. Один мегаящик остался. А кто мегаящики откроет? Один мегаящик остался. Так, можно бо? Тёку, что... Ничего, сколько монет? Не хватит на много гаджетов. Что, Федя откроет? Мы, получается, с Япрехом должны открыть. Так, мегаящик, давайте вместе. Давай. Драй. По одному предмету. Шесть предметов, пожалуйста. И? Шесть! Шесть! Один предмет, дальше Япрех.
Шаманим так называется Лего. Давай, Нани, пожалуйста. Нажимай. И... Раз, два, три. Нани, нам дропнулась Нани, пацаны. Да. Мне показалось, это спаут был. Да мне тоже. Пацаны, нам Нани дропнулась. Это спайк был. Смотрите, вот. Два персонажа. Офигеть. Нам Нани дропнулась. Это жестко. Еще мегаящик, понимаешь? Мы не люди. Мы на пришельцы. Ну, теперь долго времени. Все, мы нарадовались. Все, давайте. Мы нарадовались. Монетки, ура. Давайте, Нани возьми. Нани, вообще жестко. Так, бигбокс. 30! Бравлер! А нет, возьми гаджет. На Пайпер тем более. Зато я пробую. Последний мегаящик, последний бокс. Пожалуйста, пусть нам 6 предметов. Шесть! Это мы безучили. Открываем до одного и на счет 3 потом все 5. Давайте, пацаны. Раз, два, три! А нет! Ну хотя бы выпали гаджет. Кстати, все, у нас кот полностью прокачан. У него все пассивки и гаджеты. У Димы то же самое. Да? Я за Дугу уже играю. Дуг у него 0 кубков, а все пацаны, есть. Пацаны, нам выпало за сегодня 8 новых предметов. Это вообще жестко. Шансы покажи подписчикам. Шансы. А шансы какие? На Легу, мне кажется. А давай. Ой, я случайно купил. Давай гаджет на Тика купим. Да зачем? Ты зачем? Вот куда гемы делись? Гемы такие. А, это на другом. Шанс на Легу 609, как и остался. Ну, тогда еще был. Ну, нормально. Если еще один ящик купить, еще один ручек записать. Стойте, дайте я скажу. Можно мегаящик. Не надо. Да не надо. О, давайте это поменяем. Давайте эту картинку поменяем на Нани. Ого. Давайте. Вот, мы поменяли на Нани. Это жестко. Все, чуваки, всем удачи и всем пока. С вами были Boy & Bike, я Прох, мистер Изумруд, я Димон и Тимоха. 6-6-6-1. Все, это было суперское открытие. И всем пока.